все. Доброго вечора, мы из Украины. Вы на канале Пасека Батьковичей. И вот смотрите, мы сейчас будем показывать на примере вот этого вот. Это у нас отводочек мы делали. Этот отводок у нас появился 20 апреля. 20 апреля мы делали отводки первые. Почему? Потому что мы увидели, что были сильные семьи. И вот вы видите, что из четырех рамок у нас получился двухкорпусный улей. Сейчас я хочу показать, как они уже набрали меда. Вы посмотрите, печаточка. Вот здесь уже печатка такая, а с этой стороны более 35% рамка запечатанная. Вот такой вот товарный мед мы будем отбирать. Если что, вы можете подойти посмотреть ближе. Вот сейчас я вам покажу. Вот смотрите, сколько рамок уже обсижено. Причем что одну рамку я отсюда достал уже на выкачку. И вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рам уже товарного печатного меда. Ну, чтобы не быть голословным, вы скажете, покажи. Сейчас я вам покажу, как выглядит вот эта вот рамка. Тяжелая. Вот смотрите, как выглядит рамочка. Вот такой вот мед наши пчелки нам дали. Поэтому будем качать подсолнух с разнотравьем. Всех благ, мира и благодати.